Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Ого, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Смотри, смотри. Правда симпотный? Яна, я что-то не могу понять. Пока мы были в ссоре, ты парня себе нашла? Ляля, мы просто познакомились на сайте знакомств. Пиши ему, что он не в твоем вкусе. Ну, Ляля! Что, Ляля? Либо дружба, либо отношения. Хорошо. 4х минус 28 равно 0. Это х. 7! Решили! Рувас, ты смотри, такие умные, все решают. Да погоди, сейчас не об этом. Где этот Ромео? Он нам должен принести кэш. Да, вот это баскетболисты. Это не баскетболисты, а девчонки какие-то. Согласна, прыгать на скакалке девчачье занятие. Значит, Костя, мы с тобой не девочки, а настоящие парни. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, здравствуйте. Ладно, я так хочу есть, пойдете в кафешку. Салатова, у меня денег нет. У меня тоже нет. Я не поняла, вы что сговорились? Обои без денег? Так бывает, Салатова. Девочки, вы только посмотрите, что за детский сад они устроили в нашей школе. Да, и наши баскетболисты тоже прыгают в скакалку. Давайте не будем выходить. Посидим, понаблюдаем за этими малышами. Раз, два, три, четыре, пять. Лузер! Ты лузер, я сейчас сдам. Да ладно, смайлик, успокойся, это игра. Давай, продолжай. Давай, Тимур, начинай. Давай. Раз, два, лузер! Ты кто там лузер? Ничего страшного, в следующий раз я приду. Я уже иду, вы все сделали, как я просил? Хорошо, сейчас буду и поговорим. Диана, Диана, смотри, Ромео! Он приоделся. Ради тебя, наверное? Девочки, очень смешно. Меня бесит Ромео и его подкаты. И походу он приоделся не для меня, но выглядит зачет. Ну что, девочки? Погнали! Погнали! Что, принесли? Принесли! Идемте отойдем. Пойдем. Вы купили того зайца, что я просил? Да! Показывайте. Вот кулон заяц бани, как ты просил. Самый эксклюзивный купили, последний. Молодцы, если что, еще меня за сережками сгоняете. Есть, Патрик, он дал 2 раза больше. Привет, мальчики! А что это вы на скакалочке прыгали? Детство вспомнил Тимур. Мы сидели в машине и угорали с вас. Да нет, вам показалось. Показалось! Привет, кухарки! Круто выглядите, и от вас так классно пахнет. Не одолжите денег, пожалуйста, на кафешку. Блин, Салатова, какой позор! Тим, да успокойся, главное, что не у тебя просит. Салатова, я бы с радостью одолжила, но у меня только PayPass. Смайл, одолжи Салатовой на булку. Что? Я Салатовой? Да, Смайл, да. Ладно. Спасибо, бунтарки, вы такие добрые. Малая, только ради тебя, так бы я Салатову никогда не одолжил. Ну просто бы булку купил. Вы чё, пацаны? Ну ты же раньше Салатовой покупал булки. Да ладно, Смайл, мы шутим. Ну что, девочка, у вас сегодня есть тренировка? Нет, Смайлик, у нас сегодня выходной, поэтому мы сейчас пойдем с девчонками в кафе и выпьем вкусного латте с карамелью. А у вас какие планы? На сегодня треши, но мы перед трешей с вами сходим в кафе. Смотрите, кто идет. О, это же Ромео. Смотрите, как приоделся. Интересно, для кого это он так приоделся? Без понятия. Ну что, мальчики, угостите нас латте. Угощай. Ля-ля, а может быть мы с ним встретимся? У него друг есть. Почему ты так против? Покажи мне его друга. Вот смотри. Яна, он не в моем вкусе. Блин, Ля-ля, как с тобой сложно.
Занято, что непонятно. Короче, Ян, я найду нам парней сама. На свой вкус. О, нет, Ляля, я знаю твой вкус. Кучерявая в очочках. Нет, Ляля, мне такой не подходит. Яна, нужно искать парней умных. Умных? Задолбали, мне надо мусор выкинуть. Это туалет для посетителей, а не для посиделок. Пицца, если не открывают, бери ключи, открывай снаружи. Ну я не могу, вдруг там кто-то на унитазе. Открой ты дверь скорее. Пицца, минуточку, мы заняты. Вот, Яна, я нашла парня для тебя. Ля-ля, ты сейчас шутишь? Нет, я сейчас покажу еще парня для себя. Ля-ля, где ты их нашла? Яна, они живут недалеко от нас. Так еще и два друга. Ля-ля, я пошла. Яна, стой! Ля-ля, я пошла! Яна, главное, что у парня в голове! Ля-ля, нет, нет, нет! Да, Яна, послушай меня! О май гад, что тут произошло? Опять поссорились? Хз! О, привет, ребят, у нас сейчас генеральная уборка, поэтому туалет не занимаю. Хорошо, пицца. Ай, сделай нам сим-латы с карамелью. Прикольно, девочки, вы устроились. То есть вы с парнями, а я здесь с Максом. Мэри мне этого не простит. Да ладно, Настя, мы друзья. Ай, Слата. Сейчас все сделаю. Так кто там был в туалете? Крысы бежали, как сумасшедшие. Придут они заказ сделать. Слушайте, мальчики, мы уже с девчонками готовимся к летним каникулам и разбили свои копилки. Не хотите с нами скинуться? Мы просто хотим купить какой-то вэн с открытым верхом для путешествий. Опа, опа, у меня как раз есть права. Смайл, у меня тоже есть права. Малая, ну за рулем-то буду ездить я. Хорошо, как скажешь. Девчонки, сегодня же моя копилка будет разбита, я за тачку. Ура, мы так и знали, что вы нам не откажете. Ну а как тебе можно отказать? Ма. Слушай, Смайл, а Тимур с папой такие милые. Мы милее. Достали эти голубки. Макс, а ты будешь на тачку скидываться? Макс, баскетболист, а баскетболисты своих не бросают. Ну что, ребята, каникулы ждите нас! Каникулы ждите нас! Ну, девочки, что вы в этот раз натворили? Учитель мой, почему сразу натворили? У нас проблемы. Нас родители не отпускают на каникулы в загородный дом. Они хотят, чтобы мы поехали в лагерь «Золотую тюрьму». Но мы уже взрослые. Ого, девочки. Если родители вас не отпускают, значит они у вас не уверены. Да, учитель Майк, это правда. Они в нас не уверены. Это все из-за прошлых каникул. Но в этот раз мы будем идеальные. Учитель Майк, пожалуйста, уговорите наших родителей, мы не хотим в детский лагерь. Так, девочки, обещайте ночью в окно не вылазить. Обещаю, учитель Майк! На озеро ночью ходить не будете? Не будем, учитель Майк! Там вот эти мошки, фу! И последнее, в комнате пацанов тусить будете? Не будем, учитель Майк! Хорошо, девочки, я позвоню вашим родителям, но я ничего не обещаю, я попробую. Спасибо, учитель Майк! Девочки, я еще не позвонил, ничего не решилось. У вас получится, учитель Майк, мы успели! Плакала девчонка, слезы не унять, а как трудно горе девочке понять. Плакала девчонка... Послушайте, это у вас что, тут урок пения или что? Реально, отвлекай! Если хотите петь, идите на второй этаж и там завывайте. А как трудно горе девочке понять. Слушай, Салатова, тебя когда-нибудь парень бросал? Да, Салатова, тебя когда-то бросал парень? Меня никто никогда не бросал. Я всех всегда бросала. А ваши что, парни ваши бросили? Лузеры. Слышал, Дим, походу и тебя бросит тоже. Ты знаешь, Костя, я не расстроюсь. Давай играем. Дима, я все слышу. Салатова, вообще-то не нас бросили, а мы бросили. Да, мы мальчиков бросили, но мы скучаем по нашим мальчикам, поэтому мы поем грустные песни. Понятно. Плакала девчонка, слезы не унять, а как трудно горе девочке понять. А в глазах прекрасных, нежно-голубых, две слезинки ясных, лучик солнца в них. Патрик, ты слышал, какие они песни поют? Ага, грустные, про любовь. Да они по-любому сохнут по нам. Если сохнут, почему не с нами? Патрик, девочки, такие они девочки. Как-как-как, ну хватит плакать. Девочки, успокойтесь. Пацаны, ваши девочки за вами страдают. Обратите, пожалуйста, на них внимание. Страдаю? Нет, не скучай. Hey boy, постой. Поиграем с тобой. Девочки, определитесь. То грустные, то веселые. Нам не нужны ваши цацки. Ромео, а ты что здесь делаешь? Ничего, дядю Майка ищу. Но его здесь нет. Я это уже понял. Вот странный чувак. Я лети, Ваня, что ты мне скажешь.
Да что тут происходит? О май гад! Алло, Диан, можешь подняться в гримерку? Тут такое! Валя, давай быстрее! Что? Что ты там увидел? Окей, сейчас мы поднимемся в гримерку. Что случилось? Талисман что-то в гримерке увидел. Ладно, пойдемте посмотрим. Мальчики, мы в гримерку! Окей, вы сейчас подтянемся, девчонки! Талисман, рассказывай, что ты тут увидел? Вот, Диана, я это увидел и сразу набрал тебя. Что это? Кто это, блин, сделал? Диан, я не знаю, я пришел, все так и было. Девочки, идите сюда. Я в шоке, у меня, походу, появился тайный поклонник. Тайный поклонник? Я твой тайный поклонник. Диана, ты моя Бани, я буду тебя задаривать подарками, пока твое сердце не растает. Девочки, прикиньте, у меня еще и в школе поклонник появился. Диана, вот еще. Твой сниппет на трек Леди Бани поселился в моем сердце. Пою его целый день. Ничего себе, так он еще и мой фанат. Диана, смотри. Девочки, да это же кулон Бани. Этот чувак реально знает мои вкусы. Диан, у тебя есть подозрение, кто это? Нет, талисман, подозрений нет. Но так или иначе, об этом не должен узнать Смайл. Меньше знает, крепче спит. Диана, вообще тайный поклонник. Это стрёмно. Да, неизвестно, кто был в своей гримерке, это все понавешивал. Девчонки, мы наиграли. Прикольно. Короче, Диана, прости, Смайл, у Дианы тайный поклонник. Да, и это опасно. Извини, Диана, но мы за тебя переживаем. Что, тайный поклонник в школе? Это не ты, Смайл? Не смешно, пацаны. Диан, что за тайный поклонник? Смайл, откуда я знаю? Вот, посмотри, пока нас не было, кто-то проник в гримерку и это все понавешивал. Узнаю. Только тайных поклонников нам в школе и не хватало. Мне кажется, надо узнать, кто это. Мальчики, тайный поклонник на то и тайный. Никто о нем не может узнать. Мы узнаем, пацаны. Мы сейчас же проверим территорию школы. Мы сделаем все, чтобы узнать, кто этот поклонник. Мальчики, стойте, это не обязательно. Нет, Диана, пусть его найдут. Вот именно, тайные поклонники нам не нужны. Правильно, девочка. А по-моему, тайные поклонники, это прикольно. Ладно, пойдемте, будем вместе, что ли, искать этого тайного поклонника. Ребят, ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ждите наши новые крутые серии. Интересно, кто же этот тайный поклонник? Всем до новых встреч и всем пока! Пойдем, Диана.